отлично проходит. Занимаемся и физическим состоянием нашим, и тактическими моментами. В принципе, все в штатном режиме. Очень сильного, высокого качества лед. Хорошее впечатление. В принципе, не раз здесь уже играл и работал. Ничего нового, но где-то еще попривыкнуть. Теперь уже домашняя арена. Уделяем внимание многому, и тактическим действиям, и всяким выбрасыванием, выходом из зоны, и построением обороны, и построением атаки, выходом из зоны. Также после льда зал, физическая работа, функциональная готовность. В принципе, стандартный набор тренировок для предсезонной подготовки.